Сколько время отца? 7, начало 8, наверное. Все, друзья, спасибо этому дому. Пойдем к другому. Решили. Прекрасный был дом. Прекрасный был дом. Решили мы не засиживаться тут до 12, до нашего чекаута, потому что будет жарко. Саши. Сюда, да, ага. Good morning. Привет. Привет. Саши взял одного мальчика тут за денежки, и он немножко нашего багажа несет. Вот, они да, уже... Сумка большая, сумка. Сумка большая, потому что принесли два одеяла и простыню. Ну и одежды было побольше. Мы же рассчитывали вначале два дня побыть. Да. А прожили вообще три. Прекрасно прожили. Вот вообще шикарно. Надо менять картинку. Очень мне понравилось. Это путешествие за 300 метров от дома. А какая разница, да? А какая разница? Мы сегодня с утра проснулись, Оксана в 4, я в 5. Сделали кофе, все вышли смотреть звезды. Прекрасно. Пили кофе, болтали. Хочет туда, на эти скалы. Он уже был. Джан Купер? Да. Потом, потом. Нам вот пишут, что вы как бродяги и голодранцы. Но не настолько же, правильно? Отдыхали. Нормально мы отдохнули. Мы отдыхали такие на первой линии. Первая линия. Шум моря. Ну вот, какой романтик. Романтичные каникулы сблизили обе пары еще сильнее. Куда уж ближе. Но все равно. Правда, мой убежал, но у него багаж. Отлично. Не надо было никуда уезжать. Good morning. Good morning. Саши сказал, мы придем, отнесем багаж, пойдем в Оливу Гарден, закажем завтрак. Вы, говорит, покупаетесь, два дня не купались. Всем хорошая локация. Гуава. Это гуава? Гуава, да. А почему она тут валяется, такая хорошая? Может быть, кто-то пуджу делал? Фрукты, вот видите, раскиданы. Я думаю, кто-то делал пуджу. И пойдем купаться и завтракать. Хозяина предупредили. Расплатились еще вчера. И все нормально. Рупак говорит, вчера он приходил, прислал даже нам фотки, что коты сидят у нас на стульчиках, собаки выглядывают из-за соседнего дома, нас ждут. Саши тоже вчера домой ходил за вторым одеялом и говорит, я накормил котов, потом пришли собаки, говорит, я их тоже накормил, а то они нам там уже прогул засчитали. Еще какая-то рыбина. Ты не хочешь в воду? Давай. Давай. Удивительно. Жили прямо у воды и два дня не ходили, три дня по воде. Вон рыбаки приплыли. Ночью мы видели, как они там фонариками светили со своих кораблей. Вода такая теплая, такая приятная. Очень хочется купаться. Сейчас быстренько возьму свою одежу купательную. Ира. Как вас зовут? Наталья меня зовут. Я вам писала. Вчера мужа увидела вашего. Обнималась.
Да. Они говорили, да, что кого-то они встретили. Писала, хотела встретиться. А вы уже съезжаете. Да, мы съезжаем. И сегодня у нас тоже праздник продолжается, день рождения у друзей, поэтому... Умочка вам, здоровья крепкого. Спасибо большое, до свидания. Спасибо. А Саша говорил, мы, они с Рупаком возвращались, и говорит, русская женщина подошла и говорит, что я знаю, что вы тут, приведите меня к Оксане и к Ирине. А они говорят, мы не можем так, девчонки там спят, отдыхают, чтобы незнакомых людей, как снег на голову. Мы же ушли, типа, от цивилизации, как дикие люди решили жить. Говорит, если чего, завтра увидимся. И мне, опять же, неудобно. Люди подходят, они же меня знают, улыбаются, радуются. А я лихорадочно вспоминаю, когда мы виделись, и почему я забыла лицо. Но у меня на лица плохая память, конечно. Вот, потому что плохое зрение. И оказывается просто, что я их вообще не знаю. Такое часто случается. А мне уже радуется, как человеку знакомому. Вот. Кто-то даже, помню, обиделся, что бросились мне на шею. Вернее, я прошла и не бросилась на шею. Потом она сама мне сказала, говорит, я обиделась. А говорит, а потом только поняла, что вы вообще меня ни разу в жизни не видели. Тогда, говорит, надо бросаться мне. Ой, собаки там вообще в повалку. Смотрите, сколько их там в ряд все залегли. Раз, ожидают. Два, три, четыре, пять. Ожидают завтрака. Пока что пять. И йоги. По всему побережью йоги. И пивные бутылки после... И не только пивные. После вечерних посиделок у людей. Мотя, Мотя. Мотя. Моти тут, Моти. А, вот она, Мотенька. Моти. Вот она, красавица Моти. Наша. Мы сейчас придем в Олива Гарден. Мы тебе... Мотя. Мотечка, Мотя. Мы принесем ей еды. Она сейчас пойдет нас провожать только до винной лавки. Она дальше уже не ходит. Подожди, а где Олива? Где? Вот Олива. Скажи, чтоб тебе полотенце принес постелить на... Хорошо, хорошо. Такая красивая женщина, у нее вся спина открыта. Good morning. Наряд красивый, но хоть дорога высохла. Чуп-чуп-чуп-чуп-чуп-чуп-чуп. Все, товарищи, не напрыгивать. Не напрыгивать. Home, sweet home. Сейчас я тебе принесу. Ты будешь корм? Голодненький, оголодал. Водички сейчас принесу. Давай, давай. Оксанчик. Я выпрошу. Ага, сейчас пойдем. Пойдем в Оливье Гарден еще. Спят официанты. Sorry, где? Лама бетли. Ага, ченч какой. Где снежинка-то? Покажите мне проблему. Оксанчик, дай-ка я. Проблема вон она лежит. И вот она висит. И висит. Ну, похоже, что отремонтировали. Но смотрите, как это сгорело. Вообще. Да. И мы, получается, 5000 оплатили ему, как бы, да, что сняли. Мы на 3 ночи, вы на 2 ночи. Да. Ну, почти, почти. 4500 выходит. Вот, по идее, это нужно возместить жильцам. Только не прыгать, не прыгать, товарищи. Люсе еще и задней ногой проблема. Кто-то ей перебинтовал. По-моему, она там пальцы сломала. Кошмар какой.
А этот ресторан, он еще не open? Да. Нет, наверное, уже open. Но это хуворкинг. Люди, которые здесь работают, прямо спят на этих матрасах и охраняют. Наверное, открытие. Open церемония. Да, скорее всего, уже была церемония открытия. Ему не надо баня, это точно. Так, у нас еще есть пол арбуза и пол ананаса. Фрукты не надо покупать. Барабанчики висят, а лавка еще закрыта. Доверяют людям. Тибетская кухня. Саши водопау хочет. Hello. Fresh водопау. Это картошка, шарики из картошки и в кляре водопау называется. Кляр из муки нутовой. Бейсон называется она. Пойдемте, ага. Саши вначале хотел с собой купить. Я бы там омлет ела, а он бы эти шарики. Но передумал чего-то. Ура! Мы опять поменяли картинку, и опять все как новое, да? Да. Свежий взгляд. Да. 3 дня тут не были. Я даже соскучилась немножко. Я тоже соскучилась. Пава? Нет. Мне кажется, это чику. Чику. No. Какое? Big one. Big one, yeah. Там. Где? Здесь глава. You not see? I not see. Yeah. Ну ладно, не важно. Вот пойдем. Какая парочка? Какая парочка? Вот это. Як чисто их есть. Сыр Яковый. Яков. Господи, как сказать-то? Надо же, все уже столики заняты. Ой, они открылись. Еще туда, в сторону, столики у них есть. Чай. А у нас апельсиновый сок. А у нас сок. Девочкам сок. Очень вкусный, кстати. Я смотрю, там у них прям мандаринки. Он из мандаринов сделан. Масала. Ой, какой масала. И 2 тоста. И все это всего 120 рупий. Да, да. Столько даже хлеба-то не съесть. Да. Хлеб и дома пригодится. Угу. А выглядит как красиво. Горячие тостики, масло. Я все еще не выпила. Я залпом сразу. А я обычно жду, чтобы в прикуску. У тебя железная сила воли. Он стоит рядом, и ты как-то не думаешь о нем. А я моментом сразу. А потому что я уже выпила вот баттермилка немножко с утречка, молочки. Я попозже масала чай закажу. Угу. Оксана дает ему бутерброд. Margarine. Ага, спасибо. А он слизывает только масло. Скажет, ищи дурака. Очень много хлеба дают. Да, дома хлеб пригодится. Конечно. Не хочешь чизкейка? Здесь, кстати, дешевый, 80 рупий всего. Да? Да. Apple crumbles. 90 рупий. Вкуснятина такая. Но мы наелись, к сожалению. Так они хорошо, аппетитно выглядят. А пахнут. Не имеют права так пахнуть. Очень хочется съесть. И все по 80 рупий. А вот бананов. Ну там что-то 90. И чизкейк 100. А вот сок нам делали, эти мандаринки. Угу. Это даже не апельсины и не вот то, что смесь апельсина с лимоном. Ну что, гурман, масло тебе подавай. Я не поняла, это Джек с нашего двора? Парень нашего двора или не нашего двора? Угу. Вот здесь вот мы искали с нашими друзьями им комнату. Вот там наверху им предложили маленькая спальня, маленький холл, но правда большая крыша, без AC за 35 тысяч. 35, да, и не сбавляли. Они Саши позвали на помощь. Они не сбавляли. Хармоник. Что-то... Они никого не нашли, постояльцы. Видимо, да.
9 ноября. Это уже прошло. А сегодня какое? 11. Завтра Дивали, 12. Теперь быстренько душ, в комнату под кондиционер, отдохнуть от Royal Life. Ой. А чё мы устали-то, Royal Life-то? Потому что утомляет Royal тоже. Да? Ужасно. Какие мы занятые все время. И снимать сеточки. Где? Бугенвиллия. Такие пушистые. Ага. А здесь жасмин. Тоже очень красивый. Беленький. Подбьёшь в ухо? Не хватало мне в ухе жасмина. Окончить этот Royal день. Все, хватит. Мама. Намастай, почему-то они называются. Мама. Не намасте и в конце, а намастай. Это хостел. Там в комнатах несколько кроватей. Ага, ясно. Это бутылки увозят. Пластик, мне кажется. А может и стекло. Opening. Where that was opening ceremony? Yesterday? Yesterday. Доброе утро. Ну потом, now we already had breakfast. One day we will come for breakfast. We didn't know you open. Заходите, говорит, уже открытие было. Мы говорим, в другой день придем, потому что мы уже позавтракали. Hi, do you have eggs and milk? Yes. Give me, please, 10 eggs and 1 milk. Молока котенку надо. Котенок еще маленький, так много есть сухого корма. Да. Купила. Лавка такая, все, есть по чуть-чуть. Есть печеньки, булав джамун. Там даже, по-моему... Пиво есть, фанты всякие. Кайлаш. Крема. Так. Свечки. Для папы круассан. И даже... Не надо ему круассан. И даже вот... Крема вот в таких маленьких баночках за 10 рупий всего. Это Бора Плюс или нет? Бора Плюс, ага. Ага. Очень удобно в путешествие брать. Да. Ну и тут и вот. И серия Хималая. Прекрасно. И не только Хималая. Вот это полка хималайская. Да. Шампуни, пенка для бритья, а вот это что-то... кремчики. Это тоже, наверное, Бора Плюс. Это от ожогов, по-моему, и без алоэ, очков. Вера. Да, алоэ, это от ожогов хорошо. Угу. Шампуньки. Тоже удобно. Не брать большой шампунь в путешествие. Печеньки всякие. Это мое, да, мое, ага. Обнимались, теперь ругаются. Кто арбуз? Потому что... Ты на него погнала, что я хочу арбуз, а он не ждал меня возле лавки, он забыл про мой арбуз. Сейчас я его прибью. Он говорит, посмотри-ка, сколько весит. Да, 5 кг. Хорошо. Зря наехала на парня. А я смотрю, а парень-то мой с арбузом уже купил. Угу. Я взяла свои слова назад, но потом он меня разозлил опять своими сигаретами. А чего сигаретами разозлил? Я хочу, чтобы он как-то снизил количество. А лучше бросил. Ну, бросил-то вряд ли, наверное, если человек столько лет курит. А вот снизить как-то, урезать... Это не мешало бы. А вообще, как мой сын говорил, раз в неделю нас надо пушить, иначе мы наглеем. Да, поэтому повод надо найти для пушения. Сегодня был арбуз. И все. И он опять шелковый. А он не знает, что я на него ругалась про арбуз. Это я сама про себя. А, ты со мной. Да. Он даже не знал о том, что я злилась. А. Так что все нормально. Не знал, что злилась, подошел, ты на него набросилась. Нет, я увидела из магазина, смотрю, стоит уже с пакетом и с арбузом. Думаю, ну, на парня наговорила. Беру свои слова назад. Сорян. Сорян. Прошу пардону. А Саши по горячему душу заскучал. Побежал вперед чайник греть. Что-то как черный кабель, они снизу.
вечером же его можно и не заметить. А может, мы его ножницами обрежем? А может, там высокое напряжение? Кто знает. Ну, нафиг. Ага, вами уже командуют. Вас уже строят. Смотрю, надрывается. Орёт, надрывается. А Мишенко поначалу подкричал, листошка. Да, да. Требовала еды. Угу. Потом наелась, успокоилась. Молочко давайте тебе купили. You think I have? I don't have. You want make hot water? Making. Okay. I buy eggs and milk. О, мы заказали, а тут целых две котлеты. Две? Заказали в нашем русском кафе пюре и котлеты. Сколько стоит? Посмотри, пожалуйста. Прайс. Русский раздел. Oh, only $10. Нет, ну какой $10? $10 это 850 рублей. 300. 300, ну, ага. Нормально. Это хорошо, две, да. Две. Угу, отлично. Так, сейчас найду. Где эта картошка, пюрешка? Ну, уже где-то должно быть уже ближе. Супчики есть. Грибной крем-суп 150, борщ 150, вегетарианский. Борщ куриный 180, окрошка 150, вегетарианская. Куриная 180. Салаты израильский со свеклой и чесноком 140, а израильский 180. А, оливье с курицей 200. Ну что, а где оливье ты читаешь? А вот последняя на русском. А, да, 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 да. Угу. Вот, нудлс опять-таки. Жареная лапша 150, с овощами, с курицей 180. И креветки. Ну, нормально. Твои. Картофель с чили 150. Так, жареный рис с овощами 150, с курицей 180, с морепродуктами 230. Хочу найти, где хотя бы, ладно, пюрешка. Сколько стоит одна котлетка, интересно? А, так оно Здесь набор. Куриная котлета с пюре и салатом. Да. Вот это и есть. Картошка с грибами 200 и соленым огурчиком. Угу. Жареные кальмары 420. Паста с томатным соусом, чесноком, орегано и сыром 250. Вегетарианская с курицей 300. В общем, так, детское меню есть. Картошка фри, макароны с сыром. Мороженое шоколадное, ванильное, манго 140. Я тебе сейчас покажу. Я для Саши даже тут увидела. Ой, где тут брекфаст? Индийский завтрак. Вот, Indian breakfast. 190. 190. Так, пан, микс, вегетейбл, чай. Ну, он любит пороту. Ну, давай пробовать. Да. Ларусь, Ларусик. Картошечка вкусная. I bring, you not have mineral water, I bring on this side, okay? Ага. Куриная вкусная. Угу. Еще и салата много. Да. С голоду мы здесь не помрем. С голоду точно не помрем. Даже не похудеем. Ну, не знаю. Народ надеется все-таки. Когда-то мы должны взяться за себя. Главное, чтобы мы сами бы хотели. Если да. Мы сами-то не горим желанием. Угу. В смысле нет. Если нам и так хорошо. Угу. И мужчинам нашим нравится. Не торопят нас, чтобы мы худели. Мы ему наоборот не нравится, если я похудею. Угу. Он меня заставит есть. Did you get massage? Сходил на массаж и принес вот сладости, надевали. Ага. Всем в подарки, у них принято, одевали, прямо как Новый год празднуют, праздник огней завтра будет. Ну, здесь, not tape, this rubber. Out. Серебро, да. Гулаб-джамун. Фреш. Ну, это ты еще не открыл до конца. You not open. Both I like it. Все. Гулаб-джамун. And this is for people to give. Угу. А это there подарки. Are, I can there are everywhere. Just like one time Rahul brings, you know.
А, вот разных штучек он. Одна коробочка 140 рупий. Give to our owner family. Uh-huh. One we give to Sharad family. One I give to this barber people. Ну, он Шараду подарит, потом нашим продобреем. Yep. А вот что я еще хотела показать, дорогие друзья, приходила девушка-зрительница, подписчица наша. Да, и она вот и мне, и Оксане вот такой пакет привезла. Во-первых, вот такая сумочка. Она из Казахстана. Они, наши зрители, смотрят много лет с мамой. Казахстан. Так, внутри вот я, подождите, я еще не поняла, что сие значит. Надо спросить. Вот такие две чего-то. Две прекрасные казахстанские шоколадки. Очень вкусные, я их очень люблю. Вот такой коконат маска. Маска из натурального кокоса. Гуа бред. Ганский черный хлеб. Как она вообще это все донесла? Два пакета, два тяжелых пакета. Как все довезла? И одинаково для меня и для Оксаны. И колбаса, всяческая колбаса. Ага. Да. Саши сразу, да, ей подарила чакру, цепочку для этой чакры. Она абсолютно не хотела брать денег. Я просила, говорю, давай я заплачу, потому что это слишком. Она говорит, о деньгах не может быть и речи. И я ее просила одну упаковочку кубиков бульонных, а она привезла вот так много. Иногда как бы есть не хочется, но как бы хочется супа. И вот я думала, может быть, я буду делать себе такие бульончики. Грибной, говяжий и куриный. Динара, спасибо большое, спасибо огромное. Not, this is mushroom, this is Галина Бланка, for soup. This chicken soup, да. Да, так много привезла, и в багаже ограниченное количество, да, чоколад. Спасибо еще. Maybe for lips, I don't know, I will check later, да. But he will stay here few days, no? Да, few days. И вот... И вот такой красивый-красивый пакетик. Угу, да. Я говорю, мы будем на камеру вручения подарков. Я люблю все-таки, чтобы человек, чтобы у него тоже память осталась. Она говорит, нет, я, говорит, сейчас не готова на камеру, но снять, говорит, отдельно без меня вы можете. Спасибо большое, дорогая Динара. Это просто что-то, праздник живота и счастья. И сумочки такие великолепные, так мне понравилось. Мы с Оксаной сразу такие навесили на себя. Красивый узор. Вот. Благодарю от всей души. Оксаночка, Рупак, кто-нибудь? Саши Хэппи Дивали. Оксан? Рупак, it's from Саши to you, Хэппи Дивали. Welcome. Maybe Rupak go up? No, then one more than this thing. I forget this. Last time to Yaha. По-моему, где-то it was there. Да, по центру. А это чего у нас происходит? А, это, наверное, нам будут менять. This is change. This for water? For water? This is for water? For pani? Ага. Так она вроде у нас работает уже. Или временно? Сама коробка-то сгорела, ее надо поменять. А.